Доброе утро. Я опаздываю. Ничего нового, собственно, я сейчас не сказала. А дело в том, что сейчас 11:29. Через минуту у меня начинается пара, на которой у меня зачет. И мне еще нужно сдать куртку. Класс. Наши беседы. Неужели мы идем домой, когда светло? Новости. Не знаю, Оль, вы так каждый след делаете. А я нет. Ура! Я дома. Как вы могли заметить, я зашла на Wildberries. Забрала толстовку. Что по планам вообще дальше? Во-первых, поесть. Естественно. Во-вторых, завтра вообще-то у меня контрольная по налогам. Вот, поэтому сегодня я буду готовиться к ней. Но, как вы понимаете, в чем проблема? Мы последняя группа из нашего потока, которая пишет эту контрольную, потому что все уже написали. И как бы, понимаете, ну, как бы сделан такой вывод, что особо нет смысла готовиться. Хотя, насколько мы поняли, там есть вполне решаемые задачи, которые мы решали на семинарах. Там как бы вполне нормальная, адекватная теория. Но теорию, кстати, я более-менее знаю. Вот, я, наверное, повторю ее немножечко. Вот. А задачи... Ну, я посмотрю, что мы там решали. Хотя, если я знаю, как решается, я и так решу, ничего не повторяя. Если я не знаю, как это решается, то... Возможно, есть, конечно, смысл разбирать эти задачи, но вот я вам скажу честно, у меня нет желания это делать, вот, поэтому будь что будет, в общем. Но пока я очень хочу есть. Пока я готовлю себе еду, как вы, наверное, заметили, в эти моменты я обычно что-то рассказываю. Сейчас рассказывать мне как будто бы... Нет, я знаю, что я могу вам рассказать. Я вчера, когда монтировала влог вторника, я поняла, что я сказала там о двух вещах, и обе эти вещи я потом забыла раскрыть. И вот одну, это было важно, я там написала текстом, а вторую я так и не затронула. И вот сейчас, я думаю, самое время. По поводу новогоднего настроения. Обычно оно у меня, как и у всех нормальных людей, появляется где-нибудь в ноябре, проходит и исчезает. Исчезает до 31 декабря, примерно. Вот. А, вообще нет, оно раньше у меня появлялось, когда мы наряжали там
квартиру, елку к Новому году. Вот. Но обычно мы это делаем где-то там числа 29-го, то есть уже практически Новый год. И в этом году, я так чувствую, я не буду в этом участвовать, потому что что-то я дом не появляется. Я либо где-то на парах, либо где-то на тренировке, либо у кого-то. Вот, так получается. Да и вообще, в принципе, я не очень люблю украшать там квартиру. Не знаю, меня это не привлекает никак. Я свою комнату вообще не собираюсь трогать. Пусть вот как есть, так и будет. Я повесила гирлянду 1 ноября. Я не собираюсь ее вообще снимать. Поэтому все, у меня уже украшены к Новому году и ко всем Новым годам дальше. Все, хватит. И вообще, что по новогоднему настроению-то? Я же вчера во влоге показывала, там какие-то эти продаются какие-то веточки, там елочки, показывала елку на юрфаке, которая стоит. Вот, кстати, у нас не стоит елок на экономе. Стоит в геофаке, это наш старый корпус, получается, типа, у них в корпусе. Вот, у них там стоит елка. У нас ни елки, ничего, зато поставили, значит, елку в главном корпусе. И они ей так гордятся. В общем, я не знаю, я, наверное, фотку вставлю, потому что это, ну, не описать словами. Вообще, все это к чему? К тому, что вот вчера у меня как будто бы появилось какое-то новогоднее настроение, но я вот даже сегодня иду. У нас, получается, опять же, в геофаке, я сегодня через него заходила, у нас там была первая пара, вот, и там висит, короче, табло, я его, где-то я его точно показывала, там, в общем, что-то температура, ну, и время с датой меняется, я смотрю, 21-12, через 10 дней Новый год. Что? Ну, наверное, потому что мы учимся до 30-го, да, у меня как бы вот такое вот. И вообще, что еще хочется добавить? Особенно для тех, кто пока не учится в университете. Вот эти вот последние дни перед, ну как сказать, типа каникулами, перед экзаменами, то есть типа зачетная неделя. Да, конечно, запаристо, то что особенно тем, кто, естественно, сдает зачеты. Вот, но если достаточно много там автоматов, если вы, может быть, типа особо сильно там не паритесь по поводу того, сдадите вы там или не сдадите, или, ну, разные бывают ситуации, вот, естественно, опять же, я говорю про то, если вы не сидите целыми днями там, что-то не учите, в целом это даже чем-то похоже на вот эти вот последние дни перед каникулами в школе, потому что вот на следующей неделе, например, во вторник, получается, у меня будет выходной, потому что у нас обычно во вторник физкультура, и потом две пары семинар-лекция по одному предмету. Этот предмет у меня уже проставлен. Все, у меня стоит отлично по зачету. Соответственно, там. А я, кстати, даже не знаю, когда у нас. У нас, наверное, во вторник все-таки зачет по этому предмету. Не помню. Скорее всего, да. Но у меня автомат, все, мне как бы идти никуда не надо. Единственное, что по физкультуре, да, нужно будет отвести зачетку, но не знаю, что там получится, поедут все или просто кто-то отвезет наши зачетки. Староста наша, Сонечка, привет. Вот. Но знаете, я свою зачетку по-любому кому-нибудь впихну, потому что я туда точно не поеду, потому что у меня немного другие планы на этот день уже. Извините. Ну, так вот. А, что еще хотела сказать? Вообще, сегодня... Я хотела сегодня съездить на тренировку, но я не знаю, я еще сейчас подумаю, поеду я туда или нет, потому что мне еще монтировать это видео. Если я поеду на тренировку, то монтировать видео 100% как бы уже после тренировки. Там у меня только на... Там у меня только на это время не хватит. Соответственно, контрольное что-то посмотреть нужно...
сейчас, ну вообще у меня, наверное, и завтра утром на это будет время. Но завтра я бы, возможно, бы лучше бы потратила это время на подготовку к зачету по финансовому праву. Не знаю, в общем, как получится, сейчас посмотрим. А я отправляюсь кушать. Наконец-то! Я так рада, когда я собираюсь есть. Как вы, наверное, понимаете, на тренировку все-таки не поехала. Нет, действительно, получается очень какая-то забитая запарная неделя. Если честно, очень тяжело мне все это дается. Но я не хочу отступать. По крайней мере, в поставленных целях. Потому что сходить вот именно на 3 тренировки как таковой цели не было. В принципе, я понимала, что таким количеством дел, которые мне нужно сделать, мне и 2 тренировки, это уже все геройство. Вот, поэтому я решила все-таки сегодня не ехать. Я успела и немного отдохнуть, и посмотреть что-то контрольное по налогам. Но, если честно, я просто так посмотрела, какие-то там лекции, еще что-то. Не знаю. Просто пусть будет, что будет, уже закончится эта неделя, этот год, и все, потому что на что-то большее я сейчас не способна. Вот. На этой ноте мое видео подходит к концу. Спасибо вам огромное за просмотр, спасибо, что смотрите неделю влогов. Мне очень приятно то, что пишете такие хорошие комментарии. Я прям не могу. Вот. И увидимся в следующем видео уже завтра. Всем пока.